Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Недавно я рассказывал о том, что такое ETF, это Exchange Traded Funds, который можно купить на бирже. И был задан вопрос, а какие же ETF можно купить на бирже? И прямо сейчас я хочу вам показать, как это возможно. Вот сейчас вы видите таблицу с теми ETF, которые возможно купить на московской бирже, на фондовом рынке. Давайте посмотрим. Я отсортировал их в порядке популярности. Значит, смотрите, спрос-предложение, цена последнего предложения и так далее. Вот, нас интересует оборот. И посмотрите, какой у нас оборот по этим ETF-ам. Общее количество сделок 2406, мы видим по FX IT с максимальным оборотом, это текущие торги идут сейчас, на 10 миллионов 499 764 чего. Сейчас мы узнаем чего. Вот, спрос, предложение, количество сделок 209, общее количество пакетов куплено, лотов 2406. Так, количество последней сделки 10, тра-та-та. Так, смотрим дальше, что у нас. Среднезавешенная цена, общий спрос, общее предложение. Так, а где же у меня валюта? Да, валюта USD. Вот она, валюта. Finex, MNC, USA, IT, USITS, ETF. Вот посмотрите сюда. Вот бумага, полное наименование бумаги. Вот здесь видно. И можно посмотреть на то, что стоит прямо вот по этому или вот по этому сокращенному наименованию, перейти просто в Яндекс и посмотреть, что же это за бумага. Вот, ну, видно, что это USAIT, судя по всему, поэтому она наиболее торгуемая. На втором месте китайский кэш-эквивалент ETF, не знаю, что такое. Здесь РУСЕ – это РТС. Gold ETF, FXG, GD ETF – это фонд, который опирается на золото. GPA – это японский. Российские евробонды в рублях, российские евробонды в долларах. Германия, Англия, Австрия и фонды, которые сфокусированы на Россию. Вот, можно посмотреть ISIN код бумаги. Это по этому коду точно вы сможете найти всю информацию. Вот вы сейчас это видите. Дальше идут класс. Код класса – это значит, что ну, вы сможете от любого брокера приобрести эти ETF. Валюта. Доллары, доллары, рубли. Здесь какие-то есть в еврох, есть в фунтах. Вот. Видим, да? Статус торгуется, открыто, спрос, предложение и так далее. И вот мы видим оборот. И оборот, судя по всему, в валюте в долларах. Вот. Такие ETF можно приобрести. Ну, я надеюсь, я ответил на этот вопрос. Табличку в Excel я постараюсь вот эту, которая была приведена, сохранить, для того, чтобы вы смогли ее просто скачать и посмотреть, какие ETF вы сможете приобрести. Ну, точно совершенно я могу вам ее скинуть по запросу по e-mail. Сформировать просто и скинуть. Вот. Ну, на этом все. Я надеюсь, что это видео было полезно. Я ответил на вопрос. Спасибо. Оставайтесь на линии. И с вами был Демитков Юрий.